Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Будь здорова, Одесса». Иммунитет человека – это уникальные особенности организма, заложенные самой природой, которая защищает его от разрушительного воздействия различных вирусов, бактерий, микроорганизмов, паразитов и инфекций. Около 10% всех клеток в организме человека относятся к клеткам иммунной системы. Тема нашей сегодняшней программы – «Подари здоровье близким». А гости нашей студии – Сергей Борисович Осипенко, кандидат технических наук, изобретатель. Здравствуйте. Светлана Юрьевна Зубань, медицинский консультант компании «Ликбери». Здравствуйте. Здравствуйте. И Лариса Николаевна Беленская, кандидат медицинских наук, независимый врач. Здравствуйте. Уважаемые доктора, назову вас так, уважаемые ученые, сегодня у нас получилось в студии собрать некий консилиум, но прежде чем начать наш диалог, давайте посмотрим сюжет. Иммунитет человека – это комплекс взаимосвязанных органов, тканей и клеток, главная задача которых – защищать организм. Иммунная система старается избавить нас от биологических агрессоров – вирусов, бактерий, простейших гельминтов. Пытается вывести из организма последствия химических и физических действий, излучения, температуры. Оградить от негативных социальных факторов и стрессов. Но рано или поздно приходит время, когда нагрузка на иммунную систему становится слишком большой. И тогда в организм начинают проникать инородные тела, вызывающие различные нарушения, приводящие нередко к тяжелым заболеваниям. Одной из самых главных причин ослабления иммунитета являются хронические заболевания. Даже кариес может влиять на весь организм в комплексе и негативно сказываться на работе иммунной системы. Стоит сказать и о лекарственных препаратах. Большинство из нас хватается за таблетки и микстуры при малейшем недомогании, будь это головная боль или насморк. А ведь иммунной системе приходится потом выводить из организма вредные компоненты этих лекарств. К тому же чрезмерное употребление лекарственных средств, особенно сильнодействующих, может стать причиной новых заболеваний, с которыми также приходится бороться иммунитету. Все эти и многие другие факторы являются причиной того, что защита иммунной системы ослабевает, и наш организм начинает сообщать нам об этом различными способами. Поэтому, прежде чем думать, какой арсенал лекарств закупить, лучше подумать о том, как повысить иммунитет и с его помощью противостоять хроническим заболеваниям, а также оградить себя от новых болезней. Итак, сегодня тема нашей программы – это «Подари здоровье близким». И первый вопрос будет к вам. Скажите, вот как часто в своей врачебной практике вы сталкиваетесь с тем, что люди приходят к вам с пониженным иммунитетом, и это являлось, собственно, первопричиной их заболеваний? Я думаю, сегодня мы не будем рассматривать те состояния, которые приводят к полному разрушению иммунитета. Есть такие заболевания. И пациенты, у которых есть нарушение иммунитета в той или иной степени выраженности, очень часто встречаются в практике врача. К сожалению, к этому приводит и наш образ жизни, особенности нашего питания, и условия экологической среды. Поэтому средства и методы, которые позволяют укрепить иммунитет, они приводят к тому, что мы можем предупредить развитие очень многих заболеваний. Так как наша сегодняшняя программа предновогодняя, то буду к вам задавать вопрос. Вот в вашей практике в течение 5 лет все-таки существует уже продукт черничная паста. Как часто вы сталкиваетесь вот с заболеванием иммунной системы? Я имею в виду теми заболеваниями, которые привели, собственно, к другим заболеваниям. Вы знаете, все чаще и чаще люди стали обращаться к нам приобретение нашего продукта именно для укрепления и коррекции иммунной системы. К сожалению, менталитет такого нашего населения, что нет проблемы, не видим симптоматики, не укрепляем иммунитет, а только когда появляется проблема, начинаем обращаться, заниматься лечением. И вот что меня больше всего радует, все чаще и чаще, это молодежь. Мамы молодые, молодые люди, которые занимаются своим здоровьем. То есть это фактически лечебно-профилактический? Лечебно-профилактический продукт. Светочка, извините, радует или печалит, что молодые? Что, нет, радует меня то, что к нам обращаются люди за оздоровлением. За профилактикой. Сергей Борисович, тогда расскажите, в чем же уникальность вот продукта черничной пасты, которую вы изобрели? В чем уникальность продукта? Уникальность продукта в том, что впервые, наверное, в мире получены консервы, потому что продукт же у нас законсервирован, то есть это продукт длительного хранения, в этом смысле консерва.
но впервые в мире продукт оказался полезнее, чем само сырье, из которого нас сделали. Мы сюда ввели свежие фрукты, а вот оказалось вдруг неожиданная вот такая вот... Давайте тогда расшифруем. Вот я прочла, что черника усваивается буквально на 30-40%, а у людей, у которых хронические заболевания, практически даже на 20% усваивается. Черничная же паста практически на 100%. Как же так получилось? Ну, мы доказали этот факт с помощью биохимических реакций, но любой здравомыслящий наш слушатель, читатель может убедиться в этом, убедившись, что он съел и что у него, извините, выходит из человека. То есть шкурки самые ценные в чернике, они, к сожалению, и виноград тоже самое, они самое ценное содержат, но они выходят неперевариваемые. А наша черничная паста переваривается вся абсолютно за счет вот именно нашего наноизмельчения, которое мы сделали. То есть правильно ли говорят, что важно не то, что ты съел и сколько съел, а главное, сколько усвоилось? Да, главное, как ты съел и что именно усвоилось. То есть степень усваиваемости продукта сегодня, о ней, к сожалению, очень мало говорят. А о ней нужно говорить в первую очередь, потому что полезный продукт – это не значит, что он еще усваивается. Таких примеров у нас превеликое множество. Вот. Например, масло, которое вы едите, усваивается намного хуже, чем то молоко. То есть у нас усваиваются эмульсии и мелкие частицы, которые нужно измельчать продукт предварительно. Скажите, пожалуйста, Лариса Николаевна, вот были ли у вас такие случаи, когда вы, предположим, видели в своей практике людей, которые принимали уже черничную пасту и смогли отследить, вот как независимый врач, как врач традиционной медицины классической, вот результаты улучшения состояния здоровья? Ну да, я в этой связи хотела бы, наверное, упомянуть, это, наверное, самый показательный был бы такой пример, о начале нашего сотрудничества. В моей практике была пациентка, молодая женщина, которой дебют сахарного диабета был во время беременности. После родов как бы немного все успокоилось, но это было мнимое благополучие. В 7-месячном возрасте, когда был ребенок, проявления заболевания возобновились, причем проявились они очень резко, бурно, в тяжелой форме протекало это заболевание. К сожалению, попытки это все стабилизировать, они не дали эффекта. И на фоне у нас наших колебаний, метаний, исканий, попыток наладить уровень сахара в крови, попыток предупредить развитие осложнений, мы вдруг заметили эффект, который продолжался на протяжении уже, может быть, полугода. И когда на очередном приеме мы стали подробнее выяснять анамнез у пациентки, что же конкретно изменилось в ее образе жизни, в ее питании, в ее состоянии, выяснилось, что она уже на протяжении практически года принимает черничную пасту. Собственно говоря, это было первым толчком к тому, чтобы мы обратились к специалистам компании Ликбери, медицинским консультантам, для того, чтобы все-таки уточнить, что же это за продукт такой и что конкретно влияет таким образом на стабилизацию состояния, на развитие этого заболевания. Это было начало нашего сотрудничества, мы его хорошо запомнили. Да, тем более я хочу еще уточнить, что Катя не сразу сказала Ларисе Николаевне, что она принимает черничную пасту. Где-то немножечко это было большим секретом, поэтому никак традиционный медик не мог понять, в чем причина понижения и стабильности сахара. И когда я уже сказала, Катерина, уже достаточно секретов, пора изложить доктору, в чем причина, то результат корректировки и продуктов питания, и доз и метода приема пасты дал результат хороший. А есть ли аналоги в мире? Аналогов в мире нет. Подтверждением моим словам служат многочисленные патенты, полученные нашим предприятием, лично мной, которые подтверждают отсутствие аналогов. То есть патенты разных стран. Вы сотрудничаете с Международной ассоциацией больных сахарным диабетом уже много лет. Скажите о своих результатах. Давайте делиться достижениями, успехами этого года. Я скажу, что в этом году мы участвовали в выставке, которую организовала эта ассоциация. И я скажу, что было очень приятно, что о нас знают многие люди, подходили, консультировались, приобретали продукт. И большое количество людей все больше и больше обращается в связи с тем, что видят, что результат можно достигнуть и сделать его стабильным.
моей семье диабет много лет. За последние 5 лет вот моя мама болеет. Были тенденции только на ухудшение. Много советовали употреблять матери различного рода БАДов, добавок, которые могли бы бороться с диабетом. Мы все перепробовали, и ничего не помогало. И случайно, как бы узнав об этой пасте, мы попробовали, и улучшения у нее начались буквально на 2-3 неделе приема. У нас более-менее нормализовались показатели сахара. Нам пришлось уменьшать дозу препарата, который она пьет, компенсирующего. То есть пошли реальные улучшения. Врачи, которых, у которых мы консультируемся, нам вначале как бы не поверили, сказали, что это временное улучшение, но на протяжении уже полугода, то есть стойкая тенденция. Во время беременности у меня поднялись сахара. Я обратилась к эндокринологу, и мне определили, что у меня достаточно высокий сахар, 10-11 единиц. После родов и во время беременности я принимала медикаментозные препараты, но должного эффекта это не произвело. Буквально год назад я узнала о такой чудесной пасте, как черничная паста, и начала применять. И за 3-4 месяца это, ну, такой успех грандиозный, что у меня сахара восстановились. Теперь у меня сахар 5-5,5. 5 лет назад я ощутила сухость во рту, мне постоянно хотелось пить, вялость. Сдала анализ крови, и ужас, 17 единиц сахара в крови. Искала в интернете и нашла черничную пасту. Буквально через несколько дней после приема черничной пасты у меня уже стабилизировалась работа кишечника. И уже через 2 месяца у меня исчез белок в анализе мочи. Я сплю прекрасно, ноги меня уже больше не беспокоят. Улучшилось зрение. Вы знаете, я даже иногда забываю одеть очки. Я уже стала лучше видеть. И хожу просто, летаю, ноги не болят, великолепное самочувствие, я очень, очень довольна. Да, хочу похвастаться, сегодня утром мой глюкометр показал 5,5 единиц сахара в крови, я очень довольна. Когда узнаешь о таком диагнозе, тебя это как бетонной плитой прибивает, и тебе кажется, что жизнь кончилась. После того, как начала принимать черничную пасту, сахар понизился и стал более или менее стабильным. 6. Очень рада, что я ее нашла для себя. Этот диагноз стал для меня приговором. Постоянные недомогания, апатия, депрессии. Я вспоминаю все это как страшный сон. Я благодарна судьбе, что в моей жизни появилась черничная паста. Мой врач-эндокринолог разводит руками. Уровень сахара в крови у меня в норме. Если резко снижается сахар, это говорит о том, что идет некое оздоровление организма, или это все-таки негативный показатель? Я хочу сказать, что в практике лечения сахарного диабета резкое снижение сахара также может привести к гипогликемической коме. Поэтому такие резкие колебания крайне нежелательны. Собственно говоря, почему мы и сотрудничаем вместе со специалистами центра, потому что необходимо наблюдение, необходимо мониторинг пациентов для того, чтобы не было никаких отклонений в ту или иную сторону. Вот в этот момент я хочу дополнить, потому что были такие примеры. Ведь не зря говорится, что прежде чем принимать продукт, проконсультируйтесь, пожалуйста. У нас есть хороший консультационный центр, работают люди с высшим медицинским образованием. И человек, который принимает пасту, он должен принимать ее системно и в правильной дозировке. И были такие примеры, когда люди говорили: мне вкусно, мне нравится, имея довольно большие цифры сахара, резко сахар понижался, чего совершенно нельзя допускать. И момент был очень неприятный, когда человек звонит и говорит: у меня сахар 3-3,5. Мне хотелось бы вернуться к возможности усваивания черничной пасты. Вот зачастую люди, которые страдают заболеванием желудочно-кишечного тракта, они должны отказаться от многих продуктов, и их желудок не может переварить. Что касается черничной пасты, возможно ли она и полезна вот таким людям, у которых есть такие проблемы? Полезно, но надо аккуратно таким людям, например, при гастрите с повышенной кислотностью, аккуратно ее принимать, особенно начинать. То есть следует уменьшить дозу, посмотреть на реакцию организма и подобрать индивидуально, ну, скажем, оптимизировать прием. То есть, грубо говоря, большинству таких больных нужно ее употреблять в конце легкого завтрака или после завтрака, между завтраком и полудником, допустим.
Вот. Но не до, потому что вот здесь могут быть какие-то неприятные, ну не опасные, но неприятные довольно явления, это гастритчики знают. Вот. А других каких-то, скажем, ну таких выраженных противопоказаний мы не заметили в настоящий момент. Черничная паста вошла в десятку лучших товаров Украины. Вы наверняка через ваши руки прошли достаточно большое количество людей с разными заболеваниями. Расскажите, с какими заболеваниями справляется черничная паста и где она оказывает вот лечебно-профилактический эффект? Лечебно-профилактический, ну конечно, здесь я прежде всего хочу отметить, коль это и будет казаться традиционным, сахарный диабет – это нарушение эндокринной системы, группа эндокринных патологий. Также я хочу сказать, это сердечно-сосудистые заболевания, но в данный момент не только черничная паста, а еще брусничная и клюквенная паста, мочеполовые заболевания, заболевания вирусной и бактериальной этиологии. И здесь, в частности, я хочу выделить свойства антибактериальные брусничной пасты. А можно ли принимать две пасты одновременно, там, предположим, клюквенную и брусничную? Можно и нужно. И особенно я хочу сказать, что это очень хорошо в осенне-зимний период. И опять-таки людям с низким иммунитетом, потому что принимая как черничную, так и брусничную пасту, можно защитить свой организм от таких вот ОРЗ, ОРВИ, гриппов, которые вот-вот начинают действовать. Я прочла на сайте о том, что биохимические анализы черничной пасты и черники совершенно разные. Ну, разные в положительном смысле. То есть оказалось, что полифенольные соединения, в том числе всем широко известные и популярные сегодня антоцианы, в черничной пасте их оказалось больше, чем в самой чернике, из которой эта паста сделана. Это было неоднократно подтверждено в наших лабораториях, в том числе в вашей, уважаемые телезрители, Одесской прекрасной лаборатории Леонид Павловича Левицкого, член-корреспондента в Институте стоматологии. И поскольку нам никто не поверил, что в консерве оказалось больше чего-то, чем в натуральных фруктах, мы повторили эти исследования в независимой лаборатории в Канаде. Значит, это Принц Эдвард Айленд, остров, значит, провинция, Food Technology Center, который подтвердил полностью наши украинские исследования. Скажите, очень важно для поддержания иммунитета что-то принимать детям. И важно не стимулирующие средства поддержания, а моделирующие. Как часто вы сталкиваетесь вот с заболеваниями детей? И что, по вашему мнению, все-таки вот можно принимать стимулирующие средства? Я хочу сказать, что в этом случае нужно быть очень осторожным, потому что, например, аллергические проявления – это тоже суть явления иммунной системы проявления. Поэтому здесь нужно подходить очень мягко, очень осторожно. И стягать иммунитет далеко не всегда является желательным эффектом, который мы хотим получить. Я хочу сказать, что ценны именно иммуномодулирующие свойства. То есть там, где нужно его приподнять, там, где нужно его немножечко успокоить иммунитет и немножечко снизить реактивность этого явления. У нас есть еще один сюжет, давайте его посмотрим. Эпидемия сахарного диабета продолжается. Эксперты говорят о ее глобальных масштабах. По данным Международной диабетической федерации, к 2030 году страдать от диабета в мире будет каждый десятый. Самое печальное, что с каждым годом диабет молодеет. Заболевание это выражено снижением выработки инсулина и со временем поражает сосуды сердца, мозга, конечностей, почек, сетчатки глаз. Основными причинами возникновения называют ожирение и генетический фактор. Шанс контролировать болезнь есть – это диетотерапия. В этом случае в рацион питания можно включить черничную пасту. Это функциональный продукт, который за счет его богатого состава оказывает постепенное комплексное воздействие на многие функции организма. В результате ее употребления наблюдается нормализация уровня глюкозы в крови. У него настолько много всяких полезных эффектов, и мы это подтвердили с помощью анализа химического и путем испытаний на экспериментальных моделях заболеваний. Мы вызывали поражение печени, вызывали разные модели сахарного диабета и показали, что при всех этих заболеваниях
добавление пасты черники, содержащей такой большой букет низкоактивных веществ, оказывает лечебное действие. Когда на рынке появилась черничная паста Ликбери, даже скептики согласились с ее лечебными свойствами. Ведь невозможно не поверить природе. Подскочил сахар, я была очень удивлена, потому что сахар у меня до этого не прыгал так. Потом мне соседка услышала, что у меня повысился сахар, предложила принимать черничную пасту. Я почитала, узнала, что это такое, и стала принимать пасту утром и вечером, как там было сказано. Потом пересдала анализ крови на сахар. У меня все пришло в норму. Более бодрым стал, легче хожу, легче дышу. Вот. Ну, у меня тоже инфаркт, инсульт, что хотите, все было. А вот сейчас вот как-то чувствую себя, ну, здоровее, будем так говорить. И жена лучше. У нее сахар был где-то в пределах 8 утром. Сейчас где-то в пределах 6. Мы с женой, вот и со своими детьми, верим в чернику. Съедая живую ягоду, мы не усваиваем косточки и кожуру. Они попросту выводятся из организма. А ведь именно в них находятся те самые биофлавоноиды, антиоксиданты, хлорогеновая кислота в рекордном количестве. Разработчики нашли уникальную возможность при высоком давлении выделить содержимое косточек черники непосредственно в саму пасту без окисления. Продукт не содержит консервантов, красителей, сахара и воды. А еще он очень полезен и очень нравится детям. Принимая препарат, я заметила, что дети действительно стали крепче, щечки стали розовее. И первую четверть мы отходили в школу и ни разу не болели. Мы с мужем тоже принимаем, бодрость появилась, вставать с утра легче. Травники называют чернику природным антибиотиком. К тому же она убивает вирусы, грибки и даже раковые клетки. В пасте этот эффект умножен, и доктора стали прописывать ее как естественный иммуномодулятор. Я ее обожаю, и она очень вкусная. Я эту вкуснятину ем каждый день. Из каких районов берется черника? Сейчас очень много говорят о радиоактивности. И выращивается ли черника, которая используется в черничной пасте, в каких-то особенных районах? Я хочу сказать, что прежде всего черника приобретается в чисто экологических зонах Волыни. Обязательно идет проверка на радиологию и соли тяжелых металлов. Причем проверка идет не единожды. Когда приобретается паста, а это приобретается большие партии. Когда уже привозится именно к предприятию и перед непосредственно изготовлением. А почему уделяется так это важно? Большое внимание этому? Почему вот настолько важно, чтобы трижды был контроль? Вы знаете, это не просто важно, это тот фактор, о котором, к сожалению, сегодня никто не говорит. Мы можем спокойно сегодня пойти на рынок, в том числе и на ваш привоз, и купить там чернику. Но какого качества эта черника? Это радиоактивная, в основном черника, 99%, которую не купили Польша, Германия, Италия, она остается вся на Украине. И почему радиоактивность необычайно важна для этой ценнейшей ягоды? Потому что наличие радионуклидов запускает образование, цепная реакция, образование свободных радикалов, то, которого сегодня все боятся. В результате получается, что человек, который приобретает такую чернику в сезон, как мы говорим, и ест ее, он получает ударную дозу вот этого необычайно негативного элемента, который вместо того, чтобы человека оздоровить, он его может очень быстро состарить. И поэтому мы уделяем огромное внимание уровню радиоактивности. Он должен быть не просто не выше предельно допустимого, а он должен быть значительно ниже, чем регламентировано нашими медицинскими нормами. Это первое условие. Второе условие. В ней должно быть наибольшее количество полифенольных соединений, антиоксидантов так называемых. И третье условие. Минимальное количество сахара. И найти вот эту комбинацию, когда это все содержится в ягоде, необычайно сложно. И только покупая большие партии, гарантированным сертификатом, повторяйте исследования в наших центрах метрологии и стандартизации, получая надлежащее разрешение на использование такого продукта, мы только после этого начинаем
ее переработку. То есть это очень сложный и тяжелый процесс, непростой. Потому что лучшая черника у нас забирается из Украины. Скажите, насколько вообще иммунитет влияет на нашу красоту и молодость? Ну, вы знаете, на этот вопрос, наверное, любой из нас знает ответ положительный о том, что чем выше иммунитет, тем, естественно, человек меньше подвержен заболеваниям, соответственно, он продлевает свое биологическое долголетие. Но весь вопрос, как наш продукт влияет, поскольку у нас тема иммунитет, то и черника ягода, а черничная паста в особенности влияет на поддержание иммунитета на должном уровне, то, естественно, вопросы нашей молодости, нашего, скажем, активного долголетия для людей в возрасте, вот у нас стоят на первом месте. Это цель нашей компании. Именно поддержание активности, здоровой активности умственной и физической жителей Украины. А какой должен быть длительности прием черники? Вы знаете, я всегда говорю, что я, вот люди, когда меня спрашивают, я говорю, я не готова ответить на этот вопрос, потому что сами для себя определяем время приема продукта. И когда продукт помогает и результат очень стабильный, человек понимает, что качество жизни улучшается, поэтому желание принимать такой продукт продолжается все больше и больше, но не менее 3-6 месяцев, чтобы не только добиться результата, но и закрепить его. Это очень важно. Как часто вы сталкиваетесь с тем, что люди занимаются профилактикой? Вы знаете, я не буду скрывать, раньше все реже и реже, сейчас все чаще, и это радует. И я хочу даже привести такой пример. Вот когда люди приобретают черничную пасту, например, бабушка в семье страдает сахарным диабетом, внуки есть, дети есть, заодно приобретает, конечно, и внукам, и детям, и люди занимаются профилактикой, оздоровлением, тем более имея в семье такой вот анамнез, как сахарный диабет. Это просто необходимо. Но давайте не забывать о том, что это мощнейшие противовирусные и антибактериальные продукты. Это о чем говорит? О том, что ребенок совершенно не пропускает детский сад, школу, что ребенок активен и радуется жизни. И я призываю и не устану никогда призывать, занимайтесь своим оздоровлением. Я извиняюсь, еще буквально дополнение небольшое. Мы провели тщательные исследования влияния черничной пасты на подавление стафилококковой, стрептококковой, в общем, коковой инфекции назовем. Это исследования были проведены в Харьковском научно-исследовательском институте вирусологии и паразитологии. Получили прекрасные результаты. Исходя из этих результатов, сделали вывод о влиянии черники как гипопротектора мощного, продукта как подавляющего также вот эти все коки и стафилококки, а клюквенная и брусничная паста, исследования подтвердили, именно подавляет все, что связано с урологическими заболеваниями, почек и мочевыводящих путей, вот, то есть урологических заболеваний. Скажите, насколько нужно защищать печень и желудочно-кишечный тракт? Очень важный фактор в развитии нашей иммунной системы – это состояние нашей печени, в первую очередь, и желудочно-кишечного тракта. Учитывая, опять же, повторяюсь, тот набор продуктов, которые мы сейчас употребляем, и те способы обработки еды, которые у нас есть, я считаю, что и желудок, и кишечник, и печень, в первую очередь, они подлежат дополнительным мерам по их защите, по их протекции. Ну вот мы нашу программу назвали «Подари здоровье близким». Предновогодние праздники, все стремятся делать подарки. Совершенно верно. Я хочу сказать, что в преддверии праздника у нас сейчас проходит беспрецедентная акция «Подари здоровье близким». Совершенно созвучно с вашей передачей. При приобретении минимального курса черничная паста дарится в подарок. И мне бы очень хотелось, чтобы под елочкой люди увидели, например, извините, не алкогольные подарки, хорошие бутылки коньяка дорогого, а именно продукты для здоровья, что сохранит здоровье на долгие годы. Ну и мы говорим о том, что хорошо бы пережить праздники, как говорят в нашей стране, позаботиться о здоровье, чтобы можно было спокойно продолжать жизнь в следующем году. Совершенно. Скажите, насколько вот есть возможность, если начать принимать сегодня уже черничную пасту, сохранить свое здоровье и 7-го, и 8-го, и дальше? Я бы здесь хотела сказать, что паста – это гепатопротектор, защищает клетки печени и восстанавливает ее функции. Не забываем, что печень – это фильтр, тем более, когда человек
сидит за столом, принимает алкогольные продукты и, не будем скрывать, немножечко переедает. Мало того, что она сильнейший сорбент, она улучшит процессы пищеварительной системы. Скажите, а за счет чего вот работает черничная паста, помогая печени? Что такого особенного в косточках? Я не могу дать стопроцентный ответ. Это факт, который известен с глубокой древности. Раз. Второе. Мы ничего нового не изобрели. Мы только усилили эффект за счет того, что мы разбили косточку уникальную черники, что до нас никто не делал, и достали совершенно уникальную омегу-3, так называемую, альфа-линоленовую кислоту, витамин Е, токоферол, его более высокую форму, тотриерол, достали бета-каротин, сделали доступным для человека. Слово «доступность» должны говорить как можно чаще. И вот этот коктейль, который состоит из полифенолов, антиоксидантов, омег, витаминов, как раз мы сделали доступны людям. И вот у нас был разговор о, извините, новогоднем поздравлении. Так я хочу сказать под елочку подарки. Так вот, почему-то раньше наши, ну, мои знакомые друзья, мужчины, когда шли на день рождения к другу, несли бутылку хорошего коньяка. А сейчас почему-то несут черничную пасту. Я думаю, одесситы люди сообразительные, особенно одесситы, поэтому они сами подумайте, почему они это делают. Вот такое поздравление мое небольшое. А где можно узнать о особенностях черничной пасты? Насколько нас ее можно принимать или нельзя при хронических каких-то заболеваниях или сочетании заболеваний, где с кем можно проконсультироваться? У нас есть очень информативный сайт. На сайте выложена вся информация, выложены, мало того, что исследования, разрешительная документация. Есть прекрасный консультационный центр. И еще раз подчеркну, прежде чем принимать продукт, обязательно проконсультироваться с нашими специалистами медицинскими. Ну и, конечно, в Одессе есть представительство. Телефон тоже указан на сайте. У нас есть еще один сюжет, давайте его покажем телезрителям. Повышение иммунитета – это увеличение устойчивости организма к действию разнообразных патогенных факторов, способных вызвать то или иное заболевание. Современная экология вынуждает повышать активность системы иммунитета по отношению к разнообразным токсическим веществам, произведенными как микроорганизмами, бактериями, вирусами, так и раковыми клетками. Токсичным продуктом жизнедеятельности, поступившим с продуктами питания и напитками, вдыхаемым воздухом, канцерогеном, пестицидом, солям тяжелых металлов и так далее. Признаки ослабленной иммунной системы довольно легко распознать: частые болезни, ангины, воспалительные процессы, хронические заболевания. Как только какое-либо заболевание, недомогание или чувство дискомфорта повторяются с завидной регулярностью, необходимо срочно заняться восстановлением иммунной системы. Другими маячками могут быть постоянная усталость, сонливость и слабость. Современные разработки украинских ученых, результаты исследований которых подтверждены многими годами наблюдений и сертификатами международных институтов, помогают не только восстановить иммунитет, тем самым обезопасить себя от многих болезней в будущем, но и справиться с такими серьезными заболеваниями, как сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, гормональные нарушения, проблемы опорно-двигательного аппарата и многими другими. Итак, тема нашей сегодняшней программы «Подари здоровье близким», и наша программа предновогодняя. Соответственно, у вас есть возможность обратиться к нашим телезрителям, поздравить с наступающими праздниками и пожелать со своей стороны. Ну, одесситам, наверное, надо всем пожелать хорошего аппетита, хорошего здоровья, особенно в новогодние праздники, и благоразумия, так как вы знаете, что все мы любим поесть смачного и, можно сказать, міцного. Тому хай нам щастить и приємного вам святкування. Я присоединяюсь к поздравлению, желаю здоровья на долгие годы, сохранить себе и своим близким и позволить это сделать, и хочу пожелать мира. Мне кажется, очень хорошее пожелание. Я тоже хочу повториться. Я думаю, что это не грех в таком случае. Я хочу пожелать уважаемым нашим слушателям здоровья в первую очередь. Хочу пожелать мира
снаружи и внутри семей. И хочу пожелать вам добра и счастья в новом году. Спасибо большое, что были у нас в студии, уважаемые телезрители. Конечно же, я присоединяюсь к поздравлениям наших гостей. Конечно же, я желаю вам еще раз здоровья. Так что будь здорова, Одесса!